Вот и третий матч. Ну, с некоторыми, наверное, проблемами можно это так назвать тоже. Да, мы ничего карту не потеряли, я тебе так скажу. Это вот прямо спасибо большое доброму Игорю, который только что покушал, как бы. Вот он, как бы, до последнего еще давал возможность зайти. Но, ребят, действительно, зачем так тянуть, я не знаю. Вы же знаете то, что есть регламент, вы знаете то, что вы можете получить ТП и еще при этом... Хорошо, у вас один опаздывает. Так а почему четверо-то не заходят? Типа, ребята написали в конференцию, что, типа, у нас один опоздает, но четверо так и не зашли. И вот мы ждали, пока они все соберутся. Не знаю, так себе сделали, конечно. Но и здесь Open уже залетает по гранту. Отличное начало. Посмотрим за продолжением. Вори добирается до Никитрона. Опять же, минус 2, минус 3 игрока у атаки. Размен был, но этот размен капля в море. Еще один минус. Погибает Соушки. Можно попробовать сыграть сейчас на аркады Б сайта. Но надо дождаться своего тиммейта. А драйв-то далековато. Очень странно, кстати, Соло стрелял он там отрывками. Раз-раз, как-то так вот пострелял, проверил, но не получилось забрать. И что? 2 в 3 ситуация, бомба восстановлена, майор 12 хп. На коврах находится драйв, рядом. Тоже заходит, в принципе, в дом, слышит сейчас плана. Слышно, слышно, прекрасно. Ну, наверное, лучше подождать было бы, когда начали пикать сами игроки обороны, но драйв уходит на выбивальный пик, точнее его. Но всех закрывают, игроки атрибуты, все-таки раунд забирают для себя. Первый в активе. Нет. Так. Ну, опять же, начало положено. Чего там, так? Доставки у нас пока что еще не открыты, раунд уже прошел. Модераторы, не спать, не спать, косить, играют, походу. Ну, не исключено. Параллельно они тому, что играют сами и параллельно модерируют. Угу. Ну, то... ладно. Давайте. Угу. Девочки, да, начинайте потихоньку начало ставок. Ну, а тем временем у нас перемещение проходит ближе под мидл. План, опять же, пытается добраться до драйва. Пока что ему это не удается сделать. И здесь же перемещение от Эдмайера проходит на мидл. Грант у него на подхвате, Никитрон в деле. Соушки пытается закрыть выход через арку. Но пока что здесь, ну, хотел сказать то, что все тихо. Но нет, Соушки находит проблемы, добивает Гранта. И здесь же размен. Отличное начало. Игроки команды... Атрибут сейчас пытаются играть более агрессивно. Я не знаю, насколько им это вообще нужно. Да, один раунд прошел, и в целом можно, конечно, экспериментировать. Но, по сути, вы сейчас находитесь на обороне. Таймер играет на вас. Можно спокойно сидеть и ждать, пока соперник сам заставит себя открыться. Да, за счет времени, банально. Но, тем временем, здешний пытается добраться до ковров. Есть информация по вейку. Неплохая пачка залетела. Но здешний остается рейлиным. При этом драйв далеко не в флом состоянии. Эдмайер недалеко ушел. Никитрон фловый. Будет попытка. Судя по всему, захода на бету. Здесь же на приеме V-Station 80% здоровья. Сидит на пиксель, но чекнут его здесь или нет, пока что остается вопросом. Но V-Station сам открывается, добивая здешнего. Находит еще голову драйва. Неплохо. А Никитрон? Никитрон очень сильно рискует в перестрелке с Вори. Проигрывает все-таки этот файт. Остался один Эдмайер на складе. 37 хп. Два оппонента, но играбельно. Можно, можно это вывести в пользу команды. Выходит на КТ. А КТ чекнул? Нет, не чекнул Вори и отпустил Эдмайера. Но он должен был слышать, да. Он также топает. Эдмайер. Это тоже слышал. Сейчас просто Майнгеймс идет под выстрелы Эвастейшена, Вори. Ну сейчас так опасно будет открываться. Сюда он открывается, погибает сейчас. Эдмайер может поставить бомбу и стреляться уже против родового Эвастейшена. 9 хп. Вори пытался рискнуть, не получилось. Ну что, установка бомбы. Эвастейшен. Бомба была установлена. Понимает, да, потому что это именно бомбсайт А. Не надо идти убивать. Эдмайер спокойно стоит в позиции, готов. Хорошая точка, но несколько дефолтная уже. Ну, кстати, придется ему повернуться, да. Потому что Эвастейшн пойдет по длине, ну, очень долго, очень долго. На контре это было бы вообще полчаса. Но вот уже на шифте и должен будет слышать Эдмайер. Слышно было сейчас топ от Эдмайера для Эвастейшна, и сам Эвастейшн топает. Вот есть понимание, ну, секунд 10 осталось уже. Эвастейшн топает, Эдмайер! Ой-ой-ой-ой-ой, а почему он даже, ну слышно же было, что EvoStation прыгает, что он пытается куда-то залезть, бомба почему он даже не попытался наверх посмотреть? Не знаю, но это все-таки второй раунд для игроков команды Атрибутс. Ну, погоди, я с пролагами какими-то говорю? Вроде бы сейчас все окей. Ты просто так отреагировал на мою фразу спустя еще несколько секунд. Я не знаю, либо ты заслоупочил, либо как бы у меня какие-то лаги по инету, но надеюсь, что это ты слоупок. Ладно,
пошутили, и ладно. Два раунда в копилке команды Атрибутс. Преимущество имеется. Команда Home Tigers пока что не может раскачаться. И у Атрибутсов, судя по всему, присутствуют небольшие технические неполадки. Будем надеяться, что они их смогут устранить в считанные секунды. Не минуты, мы минут уже слишком долго с вами просидели. А что касается команды Home Tigers, они должны пользоваться этой технической паузой команды Атрибутс и провести небольшое обсуждение для себя. Мы с вами сейчас видим в основном попытку прессинговать именно центральную часть карты, и команда Home Tigers пытается вести перестрелку против EvoStation, который периодически выходит на пик под мидл. А EvoStation собирает очень много информации на этой позиционке для своей команды. Там же Сошки играет на аркаду через арки. Да, бывают такие моменты, когда Атрибутс сами открываются, казалось бы, на ненужные перестрелки для себя. Да, где-то они теряют игроков, ну а где-то выходят, наоборот, в численное преимущество. Ну и стоит отметить то, что это определенно плюс для них. По ходу двух раундов очень сложно сказать о том, что да, здесь будет действительно преддиктовка команды Атрибутс. Да, они забрали два раунда подряд, но тем не менее в начале матча в целом, да, на первой карте эти два раунда не кажутся столь зловещими, которые прям 100% пророчат поражение их оппоненту на карте Прованс. Но вот если в дальнейшем уже не очнутся игроки команды Home Tigers, то, боюсь, здесь, друзья, мы с вами рискуем увидеть довольно быстро и однокалиточный поинт-бланк, чего, конечно же, нам не хотелось бы. Да. Прочитал сообщение и просто фейспалм, окей. Это просто, ну, это что-то мое личное. Я разочаровался немножко в человеке. Ну, окей, ладно. 2-0, мы продолжаем, и наконец-таки, да, надеюсь... Ты Илюшу разочаровываешь. Да. Смотри, я тебя укушу, кто бы там не был, слышишь? Смотри, какая позиционка у плана. Она не то чтобы новая, но она очень хорошая, очень редко юзают. Так что драйв вполне может отправиться отдыхать. А вот и драйв поймал дэмэджа. 25 хп остается, и вновь попытка надавить именно через мидл. Но теперь информация, я так понимаю, отсутствует. План не успел поймать инфу через окно, и Солшки навряд ли успеет вовремя среагировать на аркаду под арк. Но, судя по всему, на арку и особо не пытается давить сейчас Атрибутс. Там Сол банально ушел на крышу и с крыши пытается мониторить эту позиционку. Но что касается команды Home Tigers, это очередная попытка задавить бету. Насколько она будет удачной, сейчас увидим. Ножки. Ну да, будет опасненько, да, кстати, пикать. Прыжок очередной. Вот следующий прилет, наверное, к смерти. Гран чуть-чуть подготовится. Но, ну, Соу, он уже просто издевается, или что это? Эдмайер сейчас убивает в эти мейты на коврах, Минсвейк. И атака, уже готова выходить уже на бету, но оборона почему все еще стоит на альфе, пока что не ясно. Пошел выход под хаешку, уже на коврах пробирается далее. Эдмайер, который может забраться уже на чердак. Эдмайер не рискует, понимает о том, что есть оппонент, а нычку справа прочекать. Получится ли? Соу, опять же, опасно сейчас для него бегать в атаку от Минсвейка. Он просто сидит, он просто сидит, и вот никто даже не думает посмотреть в его сторону. Солшки тем временем все-таки погибает, но плана заметили, есть минус, EvoStation остался 1 в 5. Ну что же, вроде как игроки команды Home Tigers пытаются пошатнуть команду Атрибутс, и им это удается в конечном итоге. Есть минус один от EvoStation, но Никитрон, недолго думая, поднимается на хату, сносит голову своему оппоненту. Раунд, опять же, у команды Home Tigers пока что 2-1. 2-1, и преимущество в один раунд сохранилось за командой Атрибутс. План в очередной раз пытается мониторить выход через мидл, на подхвате у него EvoStation. Но они начинают на DL Home Tigers, но почему-то в дальнейшем опять пытаются играть через мидл. Есть информация по Гранту. Грант вышел на Солшки, закрыл Артема, и должна быть информация сейчас о том, что мидл по-хорошему нуждается в укреплении. Но EvoStation также вышел на чек и тут же получил пулю в лоб. Так, вейк на выходе. Против здешнего накинул дамаджа немножко. Ну как немножко, то вардового вовсе оставил. Так, план на раскиде хейта. Должен с вейком здесь работать. Минус подает Майеру. Отлично, вейк в воре. Дает фраги хороший. Сейчас вейк в спину накидывает дэмэджа драйву. И также погибает тут еще и Грант за последний драйв, который выключает план. И сейчас хорошая оборона. В лице Атрибут сработал то, как и планировалось. Надеюсь, ну было хорошо. Ну 3-1. 3-1, друзья. Пока что первая половина идет, в принципе, неплохо для Атрибутсов. План вот он просто из раунда в раунд на одной и той же позиции. Вот знаешь, он нашел грабли свои. И вот он прям скачет на них до последнего. Миша пытается вывести перестрелку против драйва, он пытается найти опен, это понятное дело, но драйв уже пристрелен к этой позиционке. Вот, пожалуйста, в очередной раз залетает пачка по плану. Мне кажется, ему стоит поменять позиционку, не знаю, немного тайминги выхода на тот же мидл. Вообще, в целом, можно мидл контрить, как это делают, допустим, игроки AOXZ. Они отдают просто игрока где-то под окном, который периодически слушает мидл, и отдает информацию игрокам обороны альфы. Все.
но все-таки здесь принимает решение выходить на перестрелки, теряет своих бойцов. Эвестейшн остался 1 в 4, при этом бомба была установлена, 40 секунд на то, чтобы ее разминировать. Смещается через КТ, и пока что информация отсутствует, но это лишь вопрос времени, так как 4 оппонента на карте, и пройти незамеченным к бомбсайту будет нереально. Итак, Эвестейшн. Ну, топает максимально, его слышат прекрасные игроки Home Tigers. Попытка нашить плент, пытается в линию, все вышли, но убить было нереально. Так, это второй раунд для Home Tigers, который собирается в атаке сейчас. И, в принципе, под бету они хорошо проходят. Посмотрим, как разыграют далее. И план. Ну, вот так же он все будет играть. А почему нет? Просто позиция хорошая. Он вот сейчас в двух стилях успел за сегодня сыграть. И на респауне постоять, и с окна поиграть. У Эдмайера у нас активный прорыв имеет в сторону плента, хаешки, под соу. Соу рыдовый остался после этой хаешки. Выход к плану в домик. Итак, хае. И может забрать. Но там Гранта на колёдо разлосения. Соу играет на прикрытие. Как раз таки забирает сейчас Гранта. Неплохо. Заход еще в дом. И хаешка наступила на дрон. Очень повезло. Он прямо зашел именно в тот момент, когда план отдавал хаешку. И очень повезло, что он вовремя успел очнуться и в целом ее заэвейдить. Но, судя по всему, опять же, попытки открыть позиции Б сайта, они будут продолжаться. Вори сидит себе спокойно в доме, но уже не сидит, а отдыхает. Хаешка прилетела прямо под ноги. План тем временем на размене закрывает драйва. 4 в 3 ситуация, но при этом Соу в максимально рядом состоянии. Пропустили еще Ники Дрона на КТ. Да, он сейчас откроется с дома. Хорошо, он здесь никого не найдет, но в целом он очень сильно может помешать тому же Соушке. Навряд ли он ожидает увидеть с дома своего оппонента, ну или же плану. Ай-яй-яй-яй-яй, как засветился-то, обидно, но Ники Дрон все-таки закрывает плана. И теперь есть информация по смещениям этого парня. Эдмайер добрался до Вейка. Вот вам, пожалуйста, и ситуация уже преимущественно для команды Home Tigers. Соушки по-прежнему рыдовый, никто до него не добрался, никто его не добил. Эвестейшн в лоуом состоянии, в руках СК 2010 Gold. Выход на Зигу, но Соу не чекает здешнего, тут же получает пулю и остается один Эвестейшн. Ну что, Максим? Для Максима, в принципе, это, знаешь, не такая уж и супер тяжелая ситуация. Бывал в передрягах и похуже. Но все-таки оппонент здесь плюс-минус на таком перекрестном окне стоит. Зига просматривает хату. Все, появилась информация по Эвестейшну. Погибает все-таки здешний. И теперь с дома Никидрон будет мониторить проход Эвестейшна. Да, Никидрон сам рыдовый. До него можно также добраться. Но вот еще попробуй угадай, как и где он стоит. И пока там пытался откидывать хаешку Эвестейшн, залетает дамаг от Эдмайера. И вовсе точка была установлена. Начало было положено действительно неплохое командой Атрибутс, но вот продолжение пока что оставляет желать лучшего. 3 раунда забирают для себя Home Tigers, 3 раунда у Атрибутс, все с чистого листа. Итак, Вейк, ожидание со стороны Зиги. Слышит хае, подлетающие к нему. Ну все окей. Там выход по аркам был вроде бы как. Да, Вори, попытка выцепить Гранта. Надо. Или что, полусейв, полуаркада. Полетела хаешка от него. Себе под ноги вроде бы как или нет. Дальше залетел, но все-таки Грант забирает сейчас еще и плана. Вот дождался Вори. Но Соу на переходе по пробегу. Находит фраг по Гранту. Сейчас 3 в 4 ситуации для оборону плюс. И выход в спину должен быть Хэдмайеру, да. Забирают спокойно Вейки Вори своего оппонента. 2 в 3 ситуации. И сейчас Никидрон на медле. Его тиммейт в это время как раз таки со стороны Терри спауна. Передвигается в помощь к нему. И они уж готовы выходить на альфу. Никидрон на прицеле у обороны, и попытка убить его пока что не удалась, но позиции альфа открыты, поэтому опять же, можно ставить бомбу, закрываться, или возможно выйти на какую-то агрессию против обороны, но у них есть позиция, поэтому выходить на них несколько опрометчиво будет. Бомба была установлена. Но бомба была установлена. Соушки может, конечно, попробовать ворваться через мидл, но в любом случае надо дожидаться своих тиммейтов. У него есть информация по оппоненту. Неплохой дроп с Windows, есть минус. И теперь должна появиться информация еще и по драйву. Откинута хаешка, драйв пытается еще мансовать от своих оппонентов, отдает осколочные под аркаду через мидл. Но здесь уже просто на массе задавили своего оппонента. 4-й раунд забрали атрибуты, 4-3. Ты сказал Windows? Бомба деактивирована. Windows. Ну, типа, я просто смотрел трансляцию, не буду называть какой игры, и вот по привычке. Уже просто, типа, она, знаешь, отложилась в голове. Типа, с окна был дроп, и... Ну, понимаю, да, я перевод-то знаю, просто, да, так, интересненько. Englishman на Максиме, ну, окей. Смотрим за выходом от Эдмайера на стороне Зиги. Просто пытался он дать фраг, но сам потерпел в
отдачу 80 хелспоинтов для себя. Соу, минус по гранту. Опять же опыт за обороной сейчас. Вейк в поиске. Низига выходит далее под фонтан. Возможно, нет, он не пойдет далее аркадить. Мог, но сдержался. Сдержался перед этим искушением. Про аркади далее. Вестейшн слышит на длине нашего от Нифедрона. И будет чекать сейчас длину. Так, драйв. Пытается со здешним пройти опять же зигу под хаешки. А это хорошо, план в упоре. С дуалами вынужден выходить далее. Но он нашел немножко драйва, как немножко. До родового состояния опять же. Но и Вейк накрывает его в поддержке. Эдмайер последний, 24 хп, против четверых. Будет тяжеловато, но скорее всего это будет раунд для атрибут. Ну, Соу выходит, ну, наших да. Есть. Рдовый, рдовый Эдмайер очень тяжело будет разыграть. Ну смотри, пачка есть, но от хаешки уже уйти не удалось. Пятый раунд все-таки для атрибутов, друзья. Точка установлена, 5-3 заканчивается первая половина. Но два раунда забрали в преимущество. Хотя могли гораздо больше. Могли, объективно, друзья, но... В любом случае, два раунда есть, победителей не судят. Смотрим за сменой сторон, опять же, карты Прованс. И в целом, у команды Home Tigers я бы не сказал, что у них есть большие проблемы. Да, вроде два раунда в преимуществе у оппонента, тоже дело такое. Но я бы не сказал, что это критично. Вот пять раундов преимущества у оппонента. Это да, здесь как бы есть повод для того, чтобы паниковать. Ну а так, два раунда можно отыгрывать спокойно. Опять же, будучи в обороне, я дико сомневаюсь в том, что у команды Home Tigers нету примерного даже понимания того, как они сейчас будут играть. Так что команде Атрибутс надо готовиться к тому, что они сейчас столкнутся с довольно серьезным соперником, который будет вгрызаться просто в каждый сантиметр игровой площадки и не подпускать их на бомбсайты. Но опять же, как я сказал в предыдущем матче, повторюсь и здесь, эта карта не решает абсолютно ничего для наших команд. То есть она не дает определения того, кто будет здесь победившим, кто проигравшим. Максимум, что она может определить, это у кого будет минимальное преимущество. Ну, как минимальное? Просто преимущество, давайте его так назовем. Не будем уж настолько отбирать достоинство у взятой карты. Вот. Так что... Эта карта максимум расставляет вот именно то, кто выйдет вперед, у кого будет больше приоритет, не знаю. Насчет мотивации я буду не уверен в том, чтобы выигрывать, но все-таки мотивация должна быть больше у тех, кто, вот знаешь, кому больше припекает уже, вот кто прям на самом дне, кто чувствует уже вот это пекло, вот тут, да, мотивации, конечно, более чем предостаточно. Ну, а что касается... Вот это вот. На дно! И поехали. Да. Есть такое. Вот. Ну, а что касается в целом продолжения, да и первой половины, я считаю то, что, ну, нормально сыграть. Нормально, объективно говоря, нормально. С учетом того, что вообще Home Tigers зашли в комнату такие, типа... Они в первую очередь не собирались начинать играть. Я написал им, ну, типа, ребят, стартуйте, пока вы не потеряли карту. Пацаны такие, типа, да мы уже, знаешь, многое чего потеряли по жизни. А ценой такие. Чего? Да-да-да, ценой чего? Ценой всего, там просто Танос был в деле, все дела. Вот, и когда их подгоняли, их заставляли, можно сказать, играть, они... Работайте, работайте, закат еще далеко. Подождете. Ну, не знаю, мне показалось настроение Home Tigers таким, знаешь, не боевым. Давай вот так назовем. То есть я не увидел в них того, что они зашли прям выигрывать сейчас, разваливать. Они так на лайте зашли, чё, кого, давай сейчас поиграем. В отличие от команды Attributes, они, в принципе, всегда настроены на победу, только вот настрой периодически... Одного настроя периодически не хватает. Ну, посмотрим. Карта Прованс далеко не новинка для команды Attributes, да, я думаю, для команды Home Tigers. Вори пишет, код комп вырубил, сори. Ой, кто-то остался без хаты, по-моему. Кого-то выкинули просто сейчас. Шерстяный злодей завелся в комнате. Квартире. Как он мог вырубить комп, типа? Нет, ну, я понимаю, еще на корпусе, знаешь, некоторые кнопки, они... Сверху, да, они сверху, и они такие, типа, как... наживные такие, типа, на нее надавил и выключил, или включил. Может быть такое. У меня просто кнопка...
У меня просто кнопка сбоку, и типа я не знаю, как кот должен подойти и ткнуть в нее, чтобы вырубить мой комп. Хватит! Хватит! Да-да-да, хватит играть, покорми меня! Ладно, друзья, на атрибуцию перешли на смену сторон, как было озвучено ранее, 2 раунда преимущества, поехали! Так, соу, каленый, ну, дал фраг, хороший по гранту сейчас, и за спину зашел Эдмайер по аркам, выход против хаты, там его накалил и убил Вейк. Вейк также погиб в свою очередь от контрола, который смотрит на ковры, смотрит контрол, но получает бочку по голове твори, выход будет. Драйв. Ожидает, а там вроде бы не видно, там можно дуал, да, заметить, но вот хае есть, отлично, но немножко задержался с откидом, мог бы помешать вообще ставить, но... Вот таймингов не хватило сейчас, просто таймингов не хватило. В такой ситуации мог бы забирать как минимум одного и заставлять плана продвигаться далее. Но вот этот раунд будет для атрибутов на смене, уже двойное преимущество 6-3 имеется. Так, друзья, мы будем продолжать. Да, я тут на секундочку выпал из боя. Но тем временем атрибуция опять же пытается давить выход на Б-сайт. Но, как мы с вами видим, начало более чем удручающее. А вот тут уже нет. Тут уже моментально все дело поправили. Есть минус 2, погибает Грант, погибает некий дрон. Должна появиться информация по перемещениям плана. Так оно и есть, план погибает. Тем временем Эвастейшн открывается на перестрелку против контрола. Очень тяжелый раунд выдается сейчас, что для атрибуцев, что для игроков Home Tigers. Остается драйв в лом состоянии, у него есть примерное понимание по перемещению его оппонентов, но бомба будет установлена, скорее всего. И драйву придется тогда торопиться самому, поскольку минута уже прошла, сейчас будет установлена бомба, и там уже счет пойдет именно на секунды. Да, бомба была установлена, выход будет через клад. Эвастейшн прекрасно видит и слышит своего оппонента, но драйва это не смущает. Вори, хорошая пачка залетает. Раунд для атрибутов, но тут уже пошли в разнос. Немножко как-то вот, опять же, разыграть в паре, вот надо совсем идеально, я не знаю, надо подождать, когда на обоих откроется. Тяжело это реализовать, наверное, но просто надо стараться, но вот все равно сейчас раунд взяли, и это самое главное. Гори на выходе под Зиго, подросли Эвастейшн, который получил уже дэмэдж, 46 кп имеется, Никитро на поджиме играет, сейчас может забирать его, и его, и он может забирать, но Гори его закрывает, то он минус по Эдмайеру. Грант в упоре, его в любом случае не заметил бы план, и тот бы добил его, скорее всего. Позиция была хорошая, Грант дропнулся на низ Зиги, контрол параллельно забирает сейчас Соу. И 2 в 3, но опять же выход за спину, Вейк забирает контрола. 2 в 2, ну и атака по факту еще не прошла позицию, лишь только разменялись в равном количестве. Вейк на хате, драйв рядом. Ну и вдвоем пойдут ребята. Оп, пошел чеки, нашив, хае пролетела. Вейк открывается, рядом драйв, нашить его надо, 1 хп остается. Вори. Может убежать? По сути, инфа-то есть по двоим. Да, спасибо, говорит Илюха, я пошел. Но это, подождите, это Mind Games, или же нет? Нашли свои перетяжки и слышна на Гранту. Должна, да, шифт еще тоже был. Драйв рядом, не попал сейчас Вори по нему, с кольта, и раунд забирают игроки Home Tigers 7-4. Максимилиана. Понимаю. Соу на выходе под мидл будет играть. Пробегая через интересную такую позицию, некоторые называют его змейкой. Почему бы нет, тоже подходит, в принципе. Вори именно с пони. Кедрона, который выбывает из боя, наверное, поменяет девайс. Вори как-то спиной уходит, Эдмайер ему... А, я все понимаю. Почему-то подумал, что Эдмайер в атаке играет. И все наоборот, в общем-то, получилось как-то странно. Но, окей, продолжаем. Драйв по минус по Соу. Сейчас выход под Альфу, атрибуции. Минус по Эвастейшн дают. Ага, сейчас. Сам-то понял, хорош, что сказал. Хорош! Пошли, пошли разваливать. Да, я периодически отпадаю, как ты уже понял. Но пока что пытаются наверстать упущенное для себя игроки Home Tigers. Но они наверстали только 2 раунда, еще 2 надо. Ну а вот что касается... Атрибуцев. Ладно, атрибуцы пока что, по сути, вернулись к тому, от чего ушли. Вот и все. Пока изменений вообще никаких нету. Да что вы мне хоста отдаете? Заберите, пожалуйста. Повтор показывает, багует. А, не сворачивайся. Это же вроде бы после сворачивания происходит, насколько я понимаю. Вот так-то. Ну что, будут продолжать? Счет 7-5. Впереди атрибутс, который, в принципе, сейчас альфу пытались побороть. Не получилось, малеха. Ну, ничего страшного по факту. Сейчас смотрим далее. В
они пятером все бегут сюда. Но, наверное, да, завернут парочку. Так или нет, подождите-ка, они все убегут, и это, походу, фаст альфа будет. Пошел выход под змейку, Соломина спойд Майеру. Можно далее проходить. Как раз таки уже в планту. Вори готов стреляться. Драйв, корона, 8 хп. Вейк забирает. И 4-3 ситуация. Позиция выиграна. Можно ставить, закрываться. Но и на смещение идет грант по могилке. Он готов выходить, будет в сторону альфы. Эвастейшн чекает его. На шиф пошел. Информация по одному. Есть некий дрон массовый. Здравствуйте. Эвастейшн разменит. Гранта закрывает. Сейчас протела Хаят Соу, который последним остался. И тоже может сделать массовое. Хорошо. Красиво. Так, ну что же, атрибуции пока что пытаются еще как-то дожать своего оппонента, все вот где-то вокруг да около, но опять три раунда прибыли. Я же не обсчитался. Хорош. Там, ничего не произошло. 5-3 было. Но Вейкич, все нормально. Все хорошо. Проблем у него никаких нету. Но и, друзья, мы с вами смотрим за продолжением атаки. Уже минус 2 игрока. Все довольно печально пока складывается. Но, может быть, еще и отыграются, так скажем. Грант на пробеге. Замечает Эвастейшн. Но кто еще кого заметит, что тут, наверное, нашего пошли. Грант убегает. Эдмэр под арками. Выходит на чек, там план. Вижу дамаж получается окна от перестрелки против контрола. Контрол рискует. Ну, у тиров в такой ситуации, по сути, преимущество. У них хорошо позиции. Там, если засесть в крайний правый угол, получается, для атаки, и в крайний левый для обороны, то там хорошая точка. Хаешка пролетела от Вори, которая забирает сейчас Гранта. 2-4 ситуации. Параллельно потеряли они Эвестейшена. Вори, попытка открытия на окно. Попытался дать вантап. Не получилось. И куда пойдут? У них есть сейчас двое человек, получается. Как свои силы расставят против троих уже? Одного из четырех закрыл Вори. Так. Ну, план. Попытка выйти к своему тиммейту. Но время есть пока что, еще примерно секунд 30, да, так точно. Есть, но его не так много, понимаешь? То есть здесь уже... давить, точнее, не то, что не надавить, не похолдить. Вот так будет правильно. Поскольку времени уже практически не остается, ни один бомсайт не занят, и информации вообще никакой нету. Им надо вваливаться сейчас под плент, и, скорее всего, будет именно выход под драйва на позиции аплента. Да, так оно и есть. Драйв должен собирать информацию по перемещениям через мидл. Вори выходит на перестрелку от драйва. Неплохой минус. План погибает. Остается один Вори против троих оппонентов на карте. Пытается добраться до драйва, но слишком много времени на него тратит, и здесь уже банально не успеет поставить бомбу. Ну, ему это банально не дадут сделать. Там некий дрон выходит на добивание. Да, Вори все-таки погибает, и раунд забирают для себя игроки команды Home Tigers, друзья. А пока что, ну, я бы не сказал то, что здесь все так однозначно. Игроки Home Tigers периодически пытаются наступать на пятки своему оппоненту. Вроде как атрибуции отрываются, но недалеко и ненадолго. Так, смотрим далее. Эдмэр, чек медла. Пробегают его оппоненты. Стороны моста. Хаешка пролетела от него. Чек против Соу. Нашивает. 68 хп оставляет. Эван может помочь сейчас. Потому что Соу один стреляется. Сыграть против парочек, да, его помогает. И ставит пачку. Минус Эдмэр. 5-4. Продолжаем. Грант. Поджим. Сторона фонтана. Не получилось, я отошел. Лишь не пикает. Красавчик. Так, выход от атаки. В сторону Б. Это уже сейчас. Соу на домике. Контрол уже закрывает. Сейчас Вейка. Ну и оставшееся звено на Зиге должно также выходить. Контрол может сейчас получить по голове, но собирает он сейчас Соу. Выход от Вори в соло. Закрывает одного, закрывает также второго. И Никитрон минус. И на коврах еще остался один оппонент, которого Грунт забирает минус по Эвастейшену. Вори выходит на выбивание. Она получает также по голове. Сейчас это последний план, который остался на коврах также. Грунт не рискует. Он ждет. Так, ну, время убирает, есть, конечно. Это хорошо. Время есть, он может ретироваться в район Аплента, но мне кажется, об этом догадаются спокойно Home Tigers, но навряд ли от того, что они догадаются, будет меняться их позиционка. Мы с тобой уже очень часто говорим о том, что команды именно пришли к тому, что они остаются на единственном открытом для них бомбсайте и просто ждут, пока их оппонент очнется и примет решение. Но тем временем проход все-таки под альфу свершился, должна быть информация. Да, там уже хаешки гремят, выход на перестрелку и... И... Вдвоем живы! Вот,
Вот, вот это да, это понятное дело. Есть минус, есть раунд. А куда план пошел-то с пакетиком? Взрывоопасным. Что-то вот это странно. Вроде бы в упоре было понятно, поэтому какая мотивация его была на выход такой. Но не страшно. Пока что 8-7. Если они забирают раунд, то будет победа. Так, пошли смоки. Грант раскидывает хаева, их уже каленый, и 7 хп. Грант на поджим выходит. Кстати, опять же, нижний зиги просто вышел, просто убил вори, просто отошел. Хорош. Так, Соу уже пробрался под дом, кстати, вышел на КТ, а вот тут все карты в руки. Куда пойдет? Он может очень много дел сейчас наделать. Может поднимать сейчас Эдмайера и выйти в спину к складу. Но Эдмайер остается все еще на окне. И слышит Соу справа. Шаги. Ой-ой-ой, забирает контрол. Отлично. Вот реализовал, в принципе, фраг получил и сам не погиб, и это главное. Игра от Гранта на крыше. Пролетел под него хаи. А тиммейты-то где? Тиммейты должны, наверное, выходить, потому что Соу сейчас просто весь движ делает. Грант закрывает сейчас Соу. Вейк. Минус по Гранту, и Никидрон взрывает свои C5, Вейк последний. Вейк один против троих, 7 хп, он просто не желез. Кто-то там еще стрелял наверх, но в итоге забирает раунд для себя, Home Tigers. Это 8-8, и... 5-3 было, это доп уже должны быть, они должны выходить. Ну, надо, наверное, написать 5-3 же было. Вот, да, все сидят в таком, типа, ну, 5-3 же было, да, 5-3. Ну, 3 раунда забрали там, 5 тут, ну, все ровно. Все, выходит команда, сейчас будут допы. Синяя команда. Будут допы. Где-то мы это уже видели. Фонтан чуть попроще надо. Буяня, да, в чате? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, Фонтан сам понимает же, что это несколько агрессивно вот так вот писать, но надо чуть попроще. Опять же, как я и говорил. Понимаю, конечно, его негодование в тему того, что отомстителю не нравится, допустим, то, что, ну, все, ставки руинятся, постоянно там атрибуция, вот качели его показывают, поэтому... Вот так вот. Не, все, давайте, ребята, не разогревайте, все хорошо. Да, не горите. Не горите, парни, но тем временем мы с вами все-таки продолжим наблюдать за картой Прованс. Первая мапа противостояния Home Tigers Attributes. Ничего пока что не изменилось, за исключением того, что Home Tigers вернулись в игру и вроде как пытаются казнить атрибутов. Смотрим, друзья, за перемещением атаки, но, судя по всему, здесь особо изменений мы с вами не увидим. Все так же попытка сыграть через мидл. Что касается команды атрибутов, они тоже особо не собираются забывать про эту позиционку. Перестрелка имеется, уже есть опен со стороны атрибутов. Погибает здесь контрол, но есть информация по Никидрону. Никидрон тоже ненадолго задержался. Драйв, конечно, разменялся, но... 1 в 2, размен не равен. Ай-яй-яй, Эвотейшн еще нашел минус. Драйв и Грант, 2 в 4. Вори, мог, наверное, чекнуть драйв. У нас параллельно нападать по вейк сейчас. Хаешка хорош, вроде как под Грант залетал, но он успел отойти. 2-3, и пошел, кстати, прожим. Эвотейшн на характере пытается выжить. И, кстати, под флешку, а Соу слышит весь движ. Гаранта пропускает, уже сейчас поздно открываться. Ожидает Грант аркада в спину. Кстати, он мог слышать. Небольшой шажочек был. Слышно аркаду, проход по мостику. Грант реагирует. Эва очень аккуратная игра, поиски своего оппонента. Но и Грант очень аккуратно. И у него получается, что он за стеной в этот момент, когда чеки были в его сторону. Оборона не видела его местоположение. И сейчас и не слышно, и не видно Гранта. В это время драйв также на контр, в принципе, проходит под... Тировский респаун, в принципе, и также может выйти еще на мост. А да, он пошел, наверное, по информации защищать, попытку оформить против Эвостейшн. Соу нашел Гранта от родового состояния и убил. Драйв последняя игра на переходе. Эва и Соу должны вдвоем, наверное, закрывать. Еще и Вори на поддержку должны хоронить его. Соу, открываться надо, Соу, открываться надо, Соу. Ну, там же стрелялся тиммейт. Надо, но не хочу. Не хочу, говорит Солушки, но все-таки был минус. И размен от Соу в конечном итоге залетел. Драйв не смог разыграть этот раунд в пользу своей команды, но ничего не поделаешь. Смотрим, друзья, за продолжением. Но, опять же, в предыдущем раунде один драйв трипл килл оформил. Команда в целом его не поддержала, это именно и стало проблемой. Вот так.
такой прям аналитик. Но тем временем прилетает минус еще и по совушке. Эдмайер спокойно контрит своего оппонента. И перемещение проходит опять же под мидл. И в дальнейшей попытке задавить именно выход Б сайта. Вот как нехитро он просочился туда. И почему его никто не чекает, я не знаю. И сейчас он опять же станет загвоздкой для игроков команды Attributes. Вори пытается еще с хаты вроде как остановить своего оппонента. Перемещение проходит от плана под склад. Здесь же Вейкич находится. Но информация пока что отсутствует по Никидрону. Эти могут пользоваться спокойно Home Tigers. Он может найти здесь пару минусов, но все-таки засветил свою позиционку раньше времени. И теперь уже примерно догадывается о том, как нужно контрить этого парня. Хаешка полетела под бумсайт. Сгоняет ненадолго Эдмайера. Эдмайера в целом добить было бы неплохо плану. Но план почему-то садится здесь более в закрытую. Пытается вести именно перестрелку на Зигу. Хотя у него есть открытый оппонент в бомсайте. При этом сам план остается на 19% здоровья. Смещается опять под склад. И здесь его ликвидирует Никидрон. Раунд забирают для себя Home Tigers, друзья. Ну, 1-1 в ходе первой серии, первой половины овертаймов. Ну, не знаю. Attributes, вот у них, знаешь, начало у них всегда хорошее. Они вроде как задают такой темп игры, что они будут диктовать правила. Но вот продолжение всегда хромает, и надо срочно с этим что-то делать. Итак, нашивают Гранта, или даже хаешка залетела, 8 хп, остается так или иначе. Проблемы небольшие начинаются в атаке. Но пока что в ожидании каких-то опенов. План может найти... По драйву фраг, или же драйв наоборот. Открытие на окне. План. Чек аккуратно пробег. Но пока никого не находит. Там опять же на респауне ожидает его выход. В окно просматривает. Эдмайер, пик мидла. Тоже понимает о том, что может быть на окне, поэтому выходит на чек. И Вори рядом на арках играет. Ну и очень хорошо, в принципе, встали, так интересненько. Игроки атрибуции в Эстейшн на Зиге нижней и также на верхней Соу. Поэтому сразу же поддержка будет. По идее. Никидрон выходит на него. Аккуратненько. Но пока что активных пиков нет. Спокойно, в принципе, проходят. Какие-то нашивы летят по карте. Слышны звуки, взрывы. Хаешки вот сейчас полетели. И летит она, не знаю, на шару просто я кинул. Просто полетели в арки, не знаю, если... Ой-ой-ой. Никидрон на хаешке забирает сейчас. И так, души погибает. Вори, выход от Соу. Даблкил от него, и он умирает. Но это, в принципе, неплохой размен. Попытка выстрелить в спину от Эдмайера. Сразу же были пресечены. А план это вот опять же, не человек. Вот такой позиции план. Но сейчас нужно попасть. Ой, еще поигрался с оппонентом. Он там так долго целил еще, а прикинь, еще бы каска слетела. Это прям было такой очень обидно. Фейл, да, было бы, конечно. Но атрибуции второй раунд забрали, надо третий забирать. Все, ну 2-2 их не устроит здесь. И 3-2 в завершении первой половины первой серии овертаймов нет. Надо брать 3-1 и на смене сторон уже дожимать своего оппонента. Но пока что опять попытка чекнуть именно мидл от плана. Пытается добраться до драйва, но драйв знает, где ты сидишь. Миша, он будет тебя здесь ловить. Поэтому надо поменять позицион. Надо поменять, и через мидл проход уже свершился. Ай-яй-яй-яй-яй, на ножах. План открывается на своего оппонента, есть минус, но из плюсов хотя бы инфа появилась. Ну, выход на Гранта, на КТ, полетела хаешка. А что за хаешка? А, он себе под ноги кинул. Я думал, как он ее так кинул, такая невидимая хаешка. Но все стало на свои места. Со временем так прилетела очередная, и она его не закрывает. Сол уже занял позицию КТ, и у него есть подкрепа. Вестейшн закрывает параллельно Эдмайера. Грант вместе со своим тиммейтом проходит, кстати, под Вейка, который один просто на слабах сейчас играет, смог закрыть все-таки драйва, но он погибает, Вори на смещение по переходу, как раз-таки так же, ну, по переулку, находит фраг по Никидрону, контрол на проходе, контрол, рыдовый, Грант в это время на планту сейчас отстреливается против Вори, который мечется туда-сюда, думает, где лучше выйти, но надо просто вместе с тиммейтом отыграть. Контрол бежит Гранту, который сейчас ставит бомбу на Альфе, Вори. На пару с Эва должен уже пойти на выбивание. Да, понимание есть. И надо немножко подождать, чтобы выйти вместе. Реализовать раунд на 100%. Там каленый контроль просто на пулю. Ну и Грант небольшой хелсбар имеет. Но в принципе также и атрибуции. Каленые. Так, пошел выход. Контрол. Лучше не пикать. Потому что это опасно. 6 хп. И он отходит. Это с его раунд. И скорее всего заберет сейчас Home Tigers. Ну да, по контролу есть информация, есть также информация по Гранту. Чекает где-то бомбсайт, пытается найти здесь еще и эвастейшн своего оппонента. Времени не так много, но сейчас по правой выйдут и... Ну смотри, минус нашел. Но здесь на мужика других вариантов нету. Ладно, не буду ничего говорить. Ну просто...
когда ты понимаешь, что, что соперник, скорее всего, прибежит и будет сбивать, опять же, тебя с дефа, то, ну, заберешь ты фраг или на мужика будешь сидеть и, возможно, разминируешь бомбу. Это, знаешь, такие... Два... Палка о двух концах, вот так вот скажем. То есть я бы вот сидел просто до последнего, и вот пока бы он там стрелял, пока бы он понимал, где я что делаю, может быть, бы и успел. Ну а так нет, все равно раунд был бы проигран. Но тем временем 3 в 3, друзья, ситуация на карте. Финальный раунд первой половины овертаймов. Дроп у нас, скорее всего, на мидл пройдет. Да, здесь находится план. Опять же, мидл засмочили. В основном идет перестрелка именно через переулок, но отключают одного игрока атрибутсов. И Home Tigers, опять же, завладели преимуществом по игрокам, да и в целом по позиционным. Так, вторая против двоих. Варь выходит с переулка, нашив со стороны контрола и Никидрона. Раунд забирают. 3-2. Победила красная команда. Победила красная команда. Спасибо, Диктор. Home Tigers 11-10. Сейчас озвучил бы еще на это. Было бы вообще великолепно. Да, дела. Так, там вроде бы утихомирили. Ютубчик. Почикали. Отдохните. Живите дружно. Ну, Фонтан, ты просто сам провоцировал, по сути, с этого все началось. То есть, ну да, мнение свой человек высказывал, тебе это не понравилось, ты попытался высказаться, ты мог это иначе все дело высказать. Опять же говорю, ты просто агрессивную подачу сделал. Если бы написал иначе, как-то попроще, то все было по-другому. Логично, очевидно, да. Ну, сам понимаешь. Так, будем смотреть за сменой сторон. Home Tigers ведут на один раунд, и можно забирать троечку тем и другим. Ну и в ответ раундов по-хорошему не отдавать. Так, драйв-чек могилки. Мог Вейк заметить тот, который петлял у него на прицеле. Но аккуратный выход от раскид ХАЕ. Требуется показывать Боре. Открылся, там Грант. Его можно цепануть, но он отходит. И сам может раскинуть ХАЕ. Хорошенькую ХАЕ подарки, слышал топот. Выходит атака Вори вместе с планом. И продуманно арк пошел движ. Грант дропается и погибает сейчас. Отличный момент для атрибутов, чтобы открыться далее. Упор обороны. Надо продолжать давить именно. Но я не знаю, почему они выбирают именно хату и арки. Тут, скорее всего, будет игра ланга плюс мидл. Мидл, тем более, пройти уже удается. Драйв тем временем впитывает по себе урон. 45% здоровья остается. Солушки выходит на перестрелку. Есть информация. Неплохой минус по драйву. Но Никитрон разменялся. Молодец, безусловно. 3 в 2 ситуация. И бомбу пока что поставить не удается. Я так понимаю, по контролу появилась информация, что он в переулке. И он периодически выходит на чек. Собственно говоря, не позволит поставить. Да, все, есть теперь точная информация. Вестейшн. Надо было открываться, но немного заснул парень. Теперь надо чекать лонг. И сюда направляется именно Никитрон. Но он пока сидит. Вот если бы он и дальше сидел, может быть, подловил бы здесь игрока на стяжке во время постановки фугаса. Ну а так парни решили все-таки продавить далее переулок и просто уже сместиться под Б. Никитрон закрывает его стейшн, отлично, и под Б надо продолжать текать. План. План уходит через КТ, занимает уже склад, ну и тем временем Солушки проходит также. Ага, но он должен понимать то, что здесь ближайший подход также еще является арка. Ее нужно чекать. Никитрон именно сюда поднимается, спокойно сносит Соу и остается в ситуации 1 на 1 против плана. Но, опять же, нету понимания, где находится план. И Никитрон пока что пошел в обходную. План сидит на коврах, но я не знаю, насколько здесь хорошая слышимость вообще. Нет, хорошая. Хорошая слышимость. Пошел. Я думал, он пойдет в обход. По-хорошему. Но, судя по всему, через ковры пойдет давить. Но, может, вот то, о чем я и говорил. Да, вот сейчас у Никидрона был очень близкий момент к тому, чтобы он поставил точку, но все-таки дожал его план. И раунд у команды Attributes. Два раунда преимущества есть. So close, so close. Ну что, Эдмайер, с кем пой взял? Тактилайт, чек медла, пока что никого не замечает. Пробег смотрит, и пока что там тоже никого нет. Но вот сейчас откроют яйца, должен. Вори с планом. Под ХАЕ. Наши вы слышу, драйв с карабином. Отстрел идет по длине, ХАЕ, точнее смоук от Вейка. Драйв будет немножко тяжелее смотреть, но в целом это ему не помешает. Далее. Итак, Соу на арках, перестрелка, выход на Гранта, который, да, по которому есть информация, спокойно за спину заходит, немножко не прожил Вори, было бы здорово, если бы он не погиб.
Но и так размен хорош. 4 в 4. Куда пойдут? У них дрона сишки стоят, и они, кстати, на проходе под коврами, поэтому будет для них очень хорошо, если на них кто-то наступит. Эдмайер, минус по соус, кемпой, может открыться дальше на длину, потому что на нее сейчас проходят атрибуции. Атрибуции уже в планту, в принципе, против хаешки, и под Эдмайера, он такой, он... Как так-то? Он даже слышал вроде бы, ну не знаю, надеялся, что они за столбом где-то были, но они прямо за спину залетели. Будет установлено, контрол, конечно, попытается этому помешать с переулка, но его здесь пытались поймать на пробеге. Есть информация через мидл выход, но опять же не чекнули колонны банально, и есть по минусу. План сбивается от контрола на смещении через переулок, и очередной раунд забрали атрибуции. Вот один раунд сейчас отделяет их от победы, и вот в такие моменты, как правило, начинаются руины, просто такие бешеные. Я не знаю, мы просто с тобой в эти моменты начинаем орать, куда? Да, зачем? Да что ты делаешь? И так далее и тому подобное. Вот если атрибуции сейчас соберутся, они смогут дожать. Ну и вроде как опен за ними. Все в их руках, но посмотрим. Так, Эдмайер на защите прохода под Соу, который на парочке находится. И сейчас выход. И минус по Соу уже пошел. И Вестейшн нашел его в сторону парочка. Эдмайер отходит. Хотя решает также еще повторно пикнуть. Очень агрессивный выход. Но его пока никто не останавливает. 4 в 4. Аешки пролетели от Вайка. Но опять же, под них по-хорошему выход бы оформлять. Они, кстати, падают прямо под Эдмайер. Эдмайер! Выживает. Хорошо. И перетяжка. От атрибут в сторону мета более основательно. Они будут подготавливать свою атаку. Эва на арках. И план Вори. И Вейк пойдут с Зиги и также хаты, в свою очередь. Ну, будут заходить они, кстати, опять же на ковры, а на коврах вроде бы как сишки расставлены, если не ошибаюсь. Ну нет, уже поменяли. Никдрон заходит к нему в дом, и восточно рядом пытается нашить, 40 кп оставляет, и сейчас отличный выход от атрибутов, который еще и забирает сейчас Никдрона, и минус по контролу также, и Эдмайер вместе с драйвом остались. Но Никдрон уже выходит, не верит своих тиммейтов, получает пулю по голове Эдмайера, если последний драйв. Вори уже должен был чекнуть, да, наверное, своего оппонента, пошел на шиф, драйв, 40 кп 20-0 сразу же выходит. Ну и 13 раунд для атрибутов, который является победным. Молодцы. Молодцы. Здесь вообще никаких придирок нету, все сделали хорошо. Но теперь остается еще найти силы на последующие две карты. Я не оговорился. Да, на последующие две. Можно третью. Третью. Давай вот вторую без обойдемся. Вот третью еще, да, можно с допами поплеить. Но не знаю. Мне кажется, вот есть возможность у нас на третью карту прийти с вами. И, кстати, смотри, сегодня у нас сколько было допов за всю катку? Ой, за всю катку, за весь вечер. Штуки три, да, в каждом матче пару, по одному? Пару было точно, да. Ну вот, и здесь третьи овертаймы были. Мы с тобой, когда находились в предвкушении сезона, мы очень много говорили о том, сколько достойных команд пришло, да, и в элитный, и в легендарный дивизион, и... Мы говорили с тобой очень много о решафлах внутри команд и очень часто рассуждали о том, как будут играть наши команды, и мы надеялись на то, что будет потно. Но, как думаешь, три овертайма в день — это достойный результат? Это нормально, по-твоему? Это нормально. Нет, это нормально, это очень хорошо. Но просто сейчас мы подходим к тому, что конкуренция на нашем сервере определенно есть. И я надеюсь, что это не на, только не по ходу двух недель, типа, знаешь, вот я надеюсь, что будет так продолжаться на протяжении всего сезона. И это радует. Раньше мы с Германом просто сидели такие, ребятки, ну мы как бы готовы вам тысячонку накинуть, но может на овертаймах поиграем, типа, знаешь... Ну, не было такого. Не было такого, что были команды, точнее, такое количество команд, когда мы сидели и такие, ну, типа, блин, я не знаю, как это закончится. Тут просто эти бешеные. Мы так говорили про Вейвиктес и про AOXZ. Все. Сейчас же мы можем ответить за North Remembers, Винтаж, Атрибуции, AOXZ, Самолеты. Сейчас себя хорошо показывают Home Tigers. Я не знаю, к сожалению, что у них по турнирной таблице в целом, да, как у них там располагаются очки. Вот у меня просто нет сейчас возможности зайти и посмотреть. Но в целом, опять же, как минимум, вот я вам сейчас назвал 5 команд легендарного дивизиона,
которые показывают себя с лучшей стороны, с которыми мы наблюдаем с вами красочные матчи. Ну, не это ли счастье для ПБшников, а? Ну да, в принципе. Ну, все здорово. Окей. Посмотрим далее за второй картой. Атрибут с Home Tigers. Сошки. Слышно ли было поджим с медла? Наверное, нет, потому что там уже есть подстава от Эдмайера, но его закрывают сразу же. Воля включает еще и драйв, выключает еще и контрола. Просто вся сыпется сейчас оборона. Грант идет на перемещение в сторону бета, потому что, наверное, сейчас никто не идет. И атрибуты должны как раз таки выходить на бет. Грант, перестрелка против Соу в прыжке. 30 хп. Только с тиммейтами его закрывает. Никитрон также последний и в чистую просто всех убили. Атрибуты первый раунд. Красавчик. Да, ребят, ну просто человек свое мнение высказал. Я не знаю, вот что за агрессия была, и это вообще не нужно было. Вот я говорю, можно было также высказать и свое мнение в ответ, что вам не нравится то, что вы. А черты, вот почему так считаешь, или что-то такое. Вот и такую полемику разводить и адекватно себя вести прежде всего. Это вы должны понимать прекрасно. Ну что, опять же, просто сейчас атрибуции стреляют. Они просто все убивают, соу каленый, но хайшка по нему должен умирать, да. Майера, размен есть. Эдмайер, ожидание. Вместе с Грантом могут принимать они мидл. Он, расстановочка на хае под Гранта, в принципе, напретит, но тот увидит ее и не взорвется на ней. Да, в принципе, спокойно уходит. Проблем нету. Итак, Эва, наверное, мидла будет. Да, под хае. Если вот этот Гранта нашивает и убивает. Сейчас по длине есть, был бы выход, было бы здорово. Можно было бы закрыть Никитрона, но тайминги немножко не те. Выход под коннектор при поддержке Вейка. Они забирают спокойно Никидрона, который был сосредоточен на выходе коннектора. Драйв и Эдмайер вдвоем сейчас остались. 2-3. И пойдет выход на альфу. Хаешки были бы бросить план, было бы здорово. Но вот есть она, но как-то поздно бросает. Бомба уже установлена, поэтому с хае убежит Вейк. Проблем нету. Драйв спускается. Сейчас будет выходить на сторону метла, где его уже поджидает и потирает ручки Вори, который слышит этот топот. Слышь. На коннекторе также движ, информация полная имеется. Вори на характере пикает первого. Выход от Эдмайера на сторону длины. Там против плана движуха идет 19 секунд. Эдмайеру она должна просто троих казнить, но будет тяжеловато. Пошел выход, и Вори его выключает. Атрибут нулевую. Так, под плана хае. Спокойно отходит. 5-5 ситуация. Поджимов пока что нет со стороны обороны. Эдмайер. Хотел на лестницу, походу, залезть. Кто так прыгал. Было бы здорово, конечно. Тут сыновей ветра просто устроить. Залазишь на крышу, и тут просто все впереди. Вот, ребята, можно пофантазировать. Вот отсюда как-то, смотрите, пиу-пиу-пиу, минус воре, там, минус восстание. Эдмайер на ноже погибает. Попытка его игры сразу была пресечена на Зиге. Так. Эва, выходи. На выходе медла ожидает подхода от контрола, который увидел первым коленочку Эва Стейшена. Красивая, говорит, я, пожалуй, с собой заберу. Соу, перестрелка против Зиги, забирает драйвы. Сейчас уставит еще пачку Гранту через дверь, отлично! Контрол последний. Соу выходит, информация есть, да, он погибает, но инфа, наверное, будет в этой ситуации подороже даже. Проходит спокойно под альфу, можно ставить бомбу и закрываться. План аккуратно подходит с медла, наверное, будет выходить в спину. Опять же, надо выходить своевременно, а не прямо сейчас. Как ты так смотрел, уверенно, да, но немножко подождать. Хотя бы, когда тиммейты выдадут эту информацию, чтобы было удобнее, чтобы открылись спокойнее, без кроволова. Слышно меня? Вот теперь я тебя слышу. Угу, извини, что перебил. Так, ну что, друзья, продолжаем. Контрол заходит через мидл, Вори. Но... поджидает. Ну, мы с тобой столько раз отмечали эту позиционку. И вот я не знаю... что должны сделать команды, чтобы чекать просто эту нычку? Но она не новая, далеко не новая, далеко не такая прямо супер загадочная, да? Можно ее просто посмотреть туда, и все, проблем никаких не будет. Но с другой стороны, конечно, здесь вопрос уже ситуации. Там, я так понимаю, с бомбсайта был байт именно на позиции плента, и из-за этого не посмотрел на Вори. Контрол. Ну, ладно, это уже детали. Смотрим, друзья, за продолжением. Пока что атрибуты стартуют очень бодро. 3-0 у них уже в копилке. Откидываются хаешки. Грант пытается, опять же, принимать выход через коннектор, но
коннектор, это, знаешь, сугубо вид того, что будут здесь играть атрибуции. Они вроде как выходят, откидывают хаешки, но также перемещение проходит еще и под мидл. Здесь же находится и Эвастейшн. Вори также удается добраться еще и до гранта. Укрепление аплунта, безусловно, потребует. Это же будет контрол. Есть неплохая хаешка от Ники Дрона. Эвастейшн выходит на перестрелку, находит даблкил, неплохая. И остается один Эдмайер. Три оппонента на карте. Бомба будет установлена, но опять же, Эдмайеру нужны минуса. В любом случае нужны минуса. Он не сможет подобраться там на выбивание бомсайта спокойно. Ну вот нашел минус по плану. Теперь есть информация по вейку, но это, я так понимаю, информация по его отсутствует. Да, открылся на перестрелку. Эвастейшн 3 полкил за раунд. Четвертый раунд для команды Атрибутс. Но пока что это разнос какой-то тотальный. Так, 4-0 ведь? Они не выходили? Там еще один раунд. Ну все, хорошо, тогда 4-0, и это тактическая пауза для команды Home Tigers. Надо посидеть, покумекать, как они будут действовать далее, но хотя бы пару раундов надо отжать. Я уж не говорю о каком-то полноценном камбэке, да, там на 5-4, чтобы выводили, но хотя бы пару раундов на право ошибиться надо забирать. И тогда, может быть, когда вы будете знать, что одна ошибка не будет стоить вам победы, уже, ну, знаешь, в эмоциональном плане как-то будет полегче отыгрывать. Но в любом случае здесь не такая уж и долгая тактическая пауза была. Буквально пару секунд посидели, подумали, и мы продолжаем с вами наблюдать за первой половиной. Но если, конечно, атрибуты сейчас опять не расслабятся и не потеряют свой темп игры из-за этого перезахода, то вполне могут 5-0 оформить. Могут, а почему бы нет? И опять же, начало от атрибутов просто мощно. Они просто все перестреливали. Большие молодцы, конечно, в том, что у них фартит, не знаю, идет. Могут. Грант на поджиме вместе с Никитроном. Хуе под кухню, Соу выходит. Грант нашивает, забирает первый фраг. И Грант, наверное, пойдет далее. А почему бы нет? Опять же, может выйти спина за к атрибутам, которые спокойно проходят. Мяч не подозревает. Драйва сейчас выключает, между прочим. Идут по боковой далее. Грант, надо быстрее бежать. Эдмайер один в планту не выдержит. Две потреб от контрола. Там же Никидрон не так далеко. Контрол минус дал по эвастейшн. Запорт плент. Вейк его убивает. И со всех сторон оборона закрывает атаку. И Вори последний. 1-3 для него. Смысла бомбу, наверное, ставить нету. Конечно, будет позиция с плента. Но тяжело просто против троих отстреляться. Я не знаю, что у него. Нет, ну это понятно. Он может попробовать, конечно, найти минус. Но у него есть... Соперник закрылся сейчас на Б. Он спокойно прошел на альфу. Да, у него есть дуалы, он может надеяться на более контактную позиционку для себя, собственно, что говоря, он и делает. И если они пойдут вдвоем через мидл, условно, то он вполне может собирать здесь фраги. Первый пошел, второй пошел, и он слышал теперь коннектор. Отлично, отлично, Вори. Отдает хаешку тем временем под Эдмайера, пытается еще выйти на пик. 5 хп остается, Эдмайер пытается дожать своего оппонента. Еще одна осколочная, Эдмайер получает дэмэдж и все-таки как дожимает близко. Вори. Но Вори был близок. Ну, он молодец. Он молодец, очень хорошо было разыграно. Но, опять же, немножко не хватило. Один раунд отыграли для себя Home Tigers. 4-1, друзья, счет на табло. Конечно, могут утешать себя атрибуции той мыслью, что... Мы всего лишь один раунд отдали, у нас еще есть три в запасе, но, знаете, эта мысль может продержаться недолго. Сейчас снежным комом может пройтись, все, и забрали один раунд Home Tigers, и потом еще заберет. Вот сейчас РК, да, Грант, важно его было принимать, но он вроде бы отходит. Именно Соцоу, по Гранту, выход плент, там Никидрон. Попытка нашить его, Вори выход открывается также под Никидрон, на Никидрон фраг по Вори. Отлично, но Вейк на размене играет, и сейчас... Перепят. Кстати, выход с медла, и, кстати, его сразу закрыли, не успел даже переключиться, минус посол. Но альф, по сути, пройден, сейчас на медле втроем игроки обороны находятся, и все просто в маленьком узком пространстве, но он находит фраг по вейку, бомбу не поставили, план вроде бы выходит в сторону пункта, Эвастейшн будет играть на прикрытие, и планы нужно ставить, Эдмайер выходит на Эвастейшна, тот его просто скушал. Ну, вот сейчас есть позиция, можно ставить. Ну, кстати, Эвастейшн уходит, но вот это, наверное, зря. Хорошую позицию отдает сейчас. Занимает уже ее контрол, драйв на выходе как раз под коннектором. Получает при голове его. И 1-1. Один в один. Но, ай-яй-яй, но там пачка залетела очень хорошая. По холсбару, в принципе, оба были далеко не фуловые, но, тем не менее, раунд забирают для себя атрибуции. 5-1, друзья, заканчивается первая половина. И теперь мы с вами отправляемся на смену сторон. Да, такие дела. Ну что, 5-1, 2 раунда нужно забрать атрибутам для того, чтобы победить и Home Tigers. Не знаю, нужно также застрелять или что? На атрибуции, серьезно, сейчас на убежище.
просто ворвались, забрали то, что хотели, все великолепно. Да, дали один раунд. Наверное, кстати, как раз-таки в том моменте я попытался подумать, что можно было изобразить. Типа, Вори пикал просто, он так вот как-то вот эти его мувы, он на них большинство хп свое потерял. Он мог попытаться, да, он понял, где Эдмайер, первую хэшку кинул, окей, не получилось. Можно было бы его, наверное, отпустить, заходить и вплынь, пожалуйста. Но там же есть ящик, от которого можно было откинуть хае, то есть у Вори же прокидка вроде бы как есть, поэтому он бы прямо с медла оттуда бы бросил в ящик, она ударилась. И Эдмайер, если бы не взорвался, то открылся бы, ну, скорее всего. Точно не знаю, но я просто после уже это все дело придумал. Да, на ходу это важно было бы. Но на ходу у него не получилось придумать. Ничего страшного, конечно, в этом нету. Попытался, но сама попытка тоже была хороша. Опять, забрав те два фрага, очень заставил переживать Эдмайера. Ну что, выход на боковую. Эдмайер сам уже готов, у нее хаешка, он от нее убежал. Они какой-то, судя по всему, попытаются надавить сейчас. Именно фул выход будет Б через боковую и, судя по всему, через Зигу. Да, там будет выход на перестрелку. Но пока что Грант. А почему Гранта-то никто не мониторит, парни? Ой-ой-ой, как это было близко. Вот если бы он сейчас еще и дальше прошел, он бы просто казнил здесь всех игроков обороны. Но а так козырь, по сути, был потерян. Здесь очередной минус залетает. И остается Никитрон, Драйв и Контрол. Проблемы нарастают. Драйв уже новый и так добивается. Остался вовсе один Никитрон. 4 оппонента на карте, но это как минимум, друзья, еще одна серия овертаймов. Ну а как максимум победа атрибутов. Но для этого нужен еще один раунд. Сейчас вот именно то, что, наверное, охота увидеть фанатам атрибутов, те, которые видят их старания и желание побеждать. Сейчас они серьезно этот матч проводят, ну, отлично, в принципе. И это хорошо для них. Для их фанатов также, но для Хомтаирс пока что лишь только проблема означает, которая отдали одну карту. И на шаге от того, чтобы отдать и эту, и встречу в целом, 3 очка уйти может. Никтерон, выпад на плана, забирает прямо фраг, и Гранд параллельно закрывает часового стейшена. Минус от Никитрона еще и по Солушке. Остаются вдвоем, а уже и один Вори. Ну все, 5 в 1. Хорошо прошли, да, поставили бомбу, все закрыли, все красиво сделали. Раунд отвоевали. На таких-то еще нужно пачку. Ну да, еще 4 раунда, это, конечно, такое. Очень тяжело. В принципе, посмотрим, и не такое было. А, судя по всему, теперь вектор атаки выбран именно под Апленд. Или попытка фейкануть под Альфу и в дальнейшем идти на Бет, так как трое игроков направилось в район Апленда и Коннектор. Ну а еще двойка игроков остается где-то в районе Бока. Но пока что все тихо. Откинули хаешки на мидл, откинули хаешки на коннектор и лонг. И в целом тишина сейчас. Застой будет у команды Home Tigers. Попытаются заставить команду атрибут слишком много подумать, чтобы те приняли неверное решение для себя. Но посмотрим, как будут действовать вообще сами атрибуты. Пока что мы с вами видим то, что они просто сидят. Аркада единственная прошла под боковую. Есть информация уже. Накидывают демеджа по Эдмайру, так довольно неплохо. Но и опен был за командой Home Tigers. Есть минус, еще один минус, план погибает, но перед смертью все-таки успел дать фраг по Никитрону. Ой-ой-ой, пачку дает его встреча, сейчас по гранту очень хорошая, драйв будет заходить в плент, но там также поджидает Эва, нашивы со стороны Зеги, также еще пошли, Эва зажимает с двух сторон, и он не разорвался на две позиции, просто остановился, можно сказать, на месте, его забирает драйв. 3-2 ситуация, на ящиках сейчас находится Вори, который слышит и постановку, и Эдмайера. Нужно уже, наверное, предпринимать действия. Хотя вейк в другом конце карты, можно сказать так. Вори еще отбивается пока что от одного, но и ждет. И это правильно, по сути. Нужно, чтобы вейк сейчас начал играть, начал давить, и тогда уже Вори откроется. Он ждет, очень много времени уходит. Вейк заходит за спину. Там контрол на темке. Чекнет ли его вообще вейк? Ну сейчас контрол, да-да-да. Вот, и контрол разворачивается. Уф. Миллион почувствовал, но чуечка, чуечка сработала, самое главное. Второй раунд отыгран командой Home Tigers, но атрибуция, чё, еще овертаймы? Давайте, давайте, хорошо. Но такое ощущение, то, что они, опять же, сейчас думают именно о том, что им нужно забрать раунд, а не о том, как его нужно делать. Точнее, а не о том, как его разыгрывать. Тем временем, есть опен.
ну, размены полетели, уже минус 2 игрока у обороны. И перемещение, судя по всему, под лонг и коннектор. И под альфой сейчас остается EV Station. У него есть саппорт, конечно, в лице плана на миду. Но этого, мне кажется, будет недостаточно. Есть минус. И остается вовсе соушки вместе с Эво. Эво прекрасно слышит весь переход через лонг. И, в принципе, соу может продолжать байтить на себя мидл. Но выход есть, контрол погибает. Отлично, грант. Ходит на перестрелку. Есть информация по нему. Соушки размен. Должна быть информация еще по Никидрону, но он в коннекторе. Играет более закрыто. И сейчас Соушки пошел охотиться именно за драйвом. И Никидрон сейчас в спину его накроет. Да. Ну, там даже не то, что Никидрон, но... это хаешка. Так, четвертый раунд. Ну что, близки к овертаймам. Игроки Хоум Тайгерс. Интересненькая пошла, интересненькая. Еще двоечку забирают, и все. Будет отлично. Ну, опять же, для кого? А мы повеселимся. Здесь команда, и вам эта также игра нравится, ребята. Посмотрим. Что-что? Что-что? Так, EV Station на аркаде. На аркаде коннектора, там Никидрон. Может быть, на него пошли нашивы, EV Station байтит, но потеряли уже планы. Сейчас Варик, кстати, в хорошей позиции, он может выйти за спины. Пока что... О, нет, сейчас точно слышно. Контрол забирает, все. Есть фраг размена. Там Никидрон на кухне. Отстрел пошел. 20 кп, лучше бы не пикать и подождать помощи. Соу, хае под себя, отходит. Выход по боковой. Эдмойер, один играет, его выключает. Сейчас EV Station, 3 в 4, ситуация уже. И Никидрон на выходе медла. Будет заходить за спины. Но Никидрона сейчас поймают. Есть по нему информация, да, Никидрон получает урон, причем довольно неплохой, есть минус от EV Station, уже даблкил в ходе этого раунда. Смещается еще под мидл, может здесь подловить, конечно, Гранта, который еще разрывается среди нескольких позиционок. Грант еще выходит на чек Зиги, и я так понимаю, пока что нет уверенности в том, что будут делать вообще Home Tigers. Они могут сыграть и под альфу, могут сыграть под бету, но, судя по всему, это все-таки будет бет, так как драйв с Апленда смещается в окрестности Б-сайта, он уже находится на боковой. Ну а на Зиге у него находится Грант. Единственный вопрос в том, почему до сих пор нет укрепления Б-сайта. Да, здесь находится Соушки. Артем, конечно, магиот, силен парень. Но если его попытаются задавить вдвоем, то, боюсь, одного Соу может не хватить. А вот теперь информация есть и по драйву. Его должен был заметить EV Station. Он выходит на секрет. Ай-яй-яй-яй-яй, есть минус. Соушки погибает. Эво, трипл килл и... Хаешка, хаешка от драйва. Есть минус по EV Station. Остается Вори и Вейк, оба рейлины. Но... драйв, ну, плюс-минус в полном состоянии. Есть еще дуалы в наличии, но дуалы на дальней дистанции против СК особенно такое себе. И атрибуты все-таки поставили точку в этом противостоянии. 2-0 по картам. Поздравляем парней с победой, поздравляем их болельщиков. Молодцы ребята, но на карте Прованс немного дали слабину, немного заснули с учетом того, что вроде как выходили на преимущество первой половины, но все-таки команде Home Tigers удалось довести до овертаймов. Ну а здесь мы с вами остаемся на раунды формальности и всего лишь. Да, победа есть, там Вейк отстрелялся в воздух просто. Та-та-та-та-та-та. Это победа. Да, не будет допов у этих коллективов. Ну и рады атрибуции тому, что 2-0 просто спокойно забирают. В принципе, сейчас формально отыграют. И все для них будет здорово. Ну и... Home Tigers сейчас можно, наверное, параллельно выдыхать. Не знаю, обязательно нужно посмотреть повтор. Это всегда так вообще. Даже когда вы выигрываете, наверное, стоит всегда смотреть. Просто мало ли какие-то моменты индивидуальные, которые вы хотели бы посмотреть. И понять о том, что вы вообще сделали в этом моменте. Это было бы неплохо. Ну что, Вори, минус Пейдмайру, Вейк падает также от контрола. Он на хаешке, некий дрон, вперед выходит, Вейка закрывает. Так, 4 в 3. Длина выходит. Драйвы будут давить. Здесь уже, в принципе, без каких-либо еще вариантов. Они вышли через коннектор, вышли через лонг, но атрибуции вроде как держатся еще на своих позициях. Пытается EV Station добраться до своего оппонента на DL, но получает только пулю в лоб. Есть информация по БТР. Там же, собственно, был Соушки. План с дальней дистанции накидывает прострел просто на лонг. И как раз-таки на этот нашив открывается его оппонент. Третий раунд забирают для себя игроки команды Атрибутс. Ну и, по сути, на второй половине им удалось сравняться. Остается здесь буквально раунда 3 нам с вами. Ну и... куда будет выход? Никидрон под зигу, его EV Station должен, наверное, слышать. Но сейчас точно его не слышно, но тот просел. Соу, выход против драйва. Дмайер, выпад в темку, и также погибает. Артем, хороший минус. А, 3-4 ситуация. Плана в спину забирает сейчас Никидрон. Раскид хае под себя. Никидрон, очень красава. Вори с кемпой. Опять же, не жалеет бабки. Я не знаю, я бы... У меня
96. Один рубль. Такой ты, конечно, я себе не могу. У него там, не знаю, у него бонусами косарей 5 лежит, наверное, еще в этом, на аккаунте. Ему вообще на этот 1 рубль по барабану, по-моему. Ну на допах, ну куда? Возьми тактилайт, у него же он есть. Ты ж сам говоришь, тактилайт типа не очень. Да, ну так уже допы идут, ну в смысле допы, в смысле формальные. Да, конечно. Я сливлю баб. А как же моральное удовлетворение, а? Вот он щитака убивает, а стактилайта не будет, сгорит еще под конец. Зачем ему это надо? Не, ну просто пацаны ведь до этого еще играли в турнирах, где разыгрывались бонусы, да, и я просто не знаю, как часто вообще тратят игроки арены на купоны, деньги. Но мне кажется, вот они выиграли бонусами, там себе немного бабла, ну, рублей 500, 1000, да, закупили просто купонами на месяц вперед, а девайсы им и так падают, типа УАшки, АУГи, читаки за победу в турнирах они получают эти плюхи себе, так что мне кажется, этот 1 рубль за читак вообще не значит. Ай! Вори, возьми еще чего-нибудь, вот где надо бабки, пусть вот Елюха вообще триггернет, мне кажется. Не, ну серьезно, ну зачем? Он взял читак, а теперь берет тактилайт, а 1 рубль просто в никуда. Нет. Но он захотел, понимаешь? Я понимаю, да, это вообще его аккаунт и так далее, просто, ну, не то чтобы еврей, но понимаешь, но все равно по максимуму реализовывает то, что есть. Это, знаешь, из разряда «я не трус, но я боюсь», типа, что-то в этом роде. Вот, знаешь, мне не жалко настолько, что я могу хоть весь инвентарь активировать. Вот у меня, да, есть какие-то пушки не активированы, разумеется, как и у многих. Давай. Тоже. Но просто, если ты активируешь, давай. Играй, используй. Не жалко, активируй, давай. Я, в смысле, я столько с ними не наиграюсь. Я ничего не знаю, ты сказал, мне не жалко, я могу активировать. Мне не жалко, надо играть, я рассказываю свое еврейство. Ты играешь, все, хватит, давай, иди активируй. Все, короче, ждем стрим, когда Илюха заходит со своего основного аккаунта, не с рабочего, и активирует все плюхи у себя. Ничего подобного. До последней. Ну вот, все понятно. Я не смогу, это я не выдержу. А я, знаешь, наверное, сделаю такую штуку. Вот, у меня даже появилась идея, как ее провернуть. Но, ребята, будет чуточку позже. Все активировать? Чего? Да. Типа, я просто устрою серию небольших, возможно, заданий для ПБшников, в целом для своих подписчиков. Серию заданий, где, если они их выполняют, эти задания, да, то я просто захожу в ПБ и олыню весь свой инвентарь. У меня там столько всего. Ой-ой-ой. Ладно, это так, удочку я вам закинул. Ребят, у меня инет нормально появится только в понедельник и стол в среду. Вот, и тогда я смогу запускать уже свои личные трансляции, именно из-за этого у меня застой. Но я надеюсь, пока я балакал, ты подвел итоги поставки. Да, скинул уже в контакт код и Конго. Будь добр, в личку. Все, ты правила знаешь, скрин также прикладывай, код свой получишь. Поэтому с кодами все долги отдали, можно уходить на покой уходить. Мне завтра на картошку, ребята, с утра. Все понятно. Я не знаю, что меня завтра с утра ожидает, но тем не менее это уже страшное дело. Будем прощаться тогда с вами, дорогие друзья. Огромное спасибо за присутствие на трансляции. Вы большие молодцы. Завтра все так же ждем всех в эфире. Кто смотрит трансляцию на Ютубе без подписки, я не понял, почему ты так делаешь. Подпишись, поставь колокольчик и будь всегда с нами на трансляциях. Кто смотрит ВКонтакте, то же самое. Подписка на группу и включите уведомления о трансляциях нашего паблика. Будем ждать абсолютно всех. Зовите друзей, зовите сокланов, выигрывайте вместе плюшки и разваливайте всех на КВ-серваках и на пабликах. На этом мы с вами прощаемся. У микрофона для вас работал Максим Чеев-Терентьев, Илья Стиви Хайдаров. До завтра. До завтра.